Ну вот, снова вот никак не хочется. Вот. 2060 плейлистов создано на моем канале на день, уже день, да, настал. На день 9 мая 2024 года. Информацию предоставил сам YouTube, да? Ну вот это хорошо, потому что это высвобождает массу времени, считать самому не надо эти плейлисты. И ну, позволяет вот отмечать этапы развития моего канала на YouTube. За это, конечно, особое спасибо YouTube и уважение у меня весьма сильное. Потому что вот каждому автору предоставить такую информацию — это колоссальный объем работы. И этот агрегатор, он работает весьма оперативно.